Добрый день, друзья. Меня зовут Елена Трошкина. Я дистрибьютор компании Best & You. В данном видео я вам хочу показать, как можно один раз в сутки бесплатно в один клик отправлять свою рекламу тысяче американским сетевикам. Итак, вот этот сервис, вот этот сайт Herculist. Сначала регистрируемся. Вот сюда кликаем. Выходит такое окошечко. Сюда вписываем свою почту. Почта должна быть обязательно Gmail. Кстати, попутно хочу вам посоветовать завести для этой цели отдельную почту, потому что вам тоже будет приходить много на нее рекламы, чтобы какое-то важное письмо там в этой куче не потерять свое. Вот, записали почту. Щелкаем Join Herculist. Ну, я здесь щелкать не буду, потому что я уже зарегистрирована. Процедура самая обычная. На почту вам пришло письмо, вы там прошли по ссылке, подтвердили, что да, это ваша рабочая почта, что письма принимаются. Итак, входим на сайт. Сюда вносите логин, который вы себе придумали, пароль, щелкаете на кнопочку. Итак, мы с вами вошли. Вот, вошли на сайт. Значит, куда нам надо щелкнуть? Нам надо сначала нажать вот сюда, Members Area. Смотрим, что дальше. Немножечко подвисает интернет. Так. Далее. Вот сюда. Email. Database. Щелкнули. Так, вот, смотрим. Так, вот сюда вставляем текст нашего письма. Так, заготовленный заранее. Здесь пишем заголовок. Написали. Значит, теперь вот сюда нам нужно обязательно вставить ссылку. Про ссылку. Ссылку надо обязательно сократить. Это можно сделать вот на таком сервисе, на Bitly. Ссылочку на этот сайт я дам в конце видео, под видео. Значит так, здесь можно регистрироваться, можно не регистрироваться. Вы можете просто вот сюда ввести свою длинную ссылку, а здесь получите короткую. Но я зарегистрировалась. Почему? Потому что вот смотрите. Здесь можно посмотреть, сколько человек прошло по вашей ссылке, во-первых. А во-вторых, можно нажать на кнопочку «Share» – «Поделиться». И здесь уйдет ваша реклама на вашу страничку в Facebook или в Twitter. Так, вот она наша ссылочка, ее надо скопировать. Скопировали. Вставляем. Так, вот это HTTP нужно убрать, чтобы оно два раза не получалось. Так, все, здесь все оформили. Заголовок, текст, ссылка. Нажимаем на кнопочку Submit. На кнопочку на это нажимаем один раз, нажимаем и ждем. Два раза не надо кликать, потому что тут тогда ничего никуда у вас не уйдет. Сегодня интернет подтормаживает, прошу прощения. Ждем. Вот мы с вами получили послание. Successfully sent mail to 100 members. Успешно отправили письмо 1000 американским сетевикам. Все сделано. Пожалуйста, пользуйтесь дальним сервисом. Очень удобно. Что еще хотела сказать? Вот эту процедуру мы с вами можем выполнять раз в 24 часа. То есть, вот если вы сегодня послали в 3 часа дня письмо, а завтра попытались послать полтретьего, у вас ничего не выйдет, вас сайт не пропустит. Вот это имейте в виду.
И что еще хотела сказать? Не ждите сиюминутных результатов. Просто упорно каждый день отсылайте, отсылайте, отсылайте свою рекламу. Письма ваши американцы все равно вскрывают, потому что они за это получают там какие-то бонусы. Вот. Но чтобы в этой массе писем достучаться до кого-то, нужно, так сказать, ну, намазолить глаза, что ли, как-то вот так вот. Не знаю, как по-другому выразиться. Вот. Это вот то, что я вам сказала, это все касается бесплатного уровня. Здесь есть еще платный уровень. Вот смотрите. Вот сюда вернемся. Вот здесь внизу. Значит, это Free Member бесплатный, Pro Member и Gold Member. Значит, у Pro Member здесь что? 49,95 годовой аккаунт. Вы можете отправлять раз в 48 часов. Сколько сейчас здесь народу? 67 021. Довольно быстро пополняется сайт, потому что где-то 2 недели назад я регистрировалась. Было 66 тысяч. Сейчас уже на 1000 больше. Gold Member. 89,95, и каждые 24 часа вы можете отправлять вот такому же количеству свою рекламку. Вот. И что еще здесь для Gold Member? Здесь вот HTML. То есть это либо видео, либо какая-то там живая картинка. Вот. Ну и там еще вот у оплаченных членов там получше можно, покрасивее свое письмо оформить. Можно там раскрасить текст. Как-то вот там есть какие-то прибамбасики такие небольшие. Так, ну вот, в общем, и все, что я вам хотела рассказать в этом видео. С вами была Елена Трошкина. Всего доброго, до свидания.